Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка, и сегодня мы с вами будем кушать роллы. Я решила сделать заказ из доставки, где я никогда не заказывала. Если честно, мне роллы внешние не очень понравились, но посмотрим, какие они на вкус. Вы обычно всегда пишете, что экспериментирую, пробую с разными доставками и так далее. Я обычно такое не люблю. Если я выбрала, например, 2-3 заведения, которые мне нравятся, например, роллы вкусные, меня все... Господи. У меня даже нету сил открыть эту фигню. Прикиньте, вот настолько у меня дрожат руки. Это из-за тренировки. Мой любимый напиток. Вы всегда пишите в комментариях, что Айка экспериментирую, заказываю из разных доставок, пробую, делаю выводы. В общем, я сделала заказ из доставки, из которой никогда не заказывала. Если честно, мне вообще не нравится то, что мне пришло. Не знаю, как на вкус, но выглядит все не очень. Хотя не могу сказать, что я прям сильно дешево их купила. Вот такие вот роллы. Макаем. Роллы с чипсами. Очень даже ничего. Но все остальное. Вот эти, например, такие я вижу впервые. Сейчас попробуем. После вчерашней тренировки у меня даже сегодня не было сил просто поднять руки и сделать нормальный макияж. Поэтому я решила съесть прям так. Ничего. Все свои. Настолько у меня прям нету сил. Это прям нечто. Когда закончилась тренировка, я просто умоляла тренера, что, пожалуйста, давайте закончим на этом. Тренер требовательный. Умеет заставлять. Ну, вы знаете, насколько бы вы не уставали на тренировке, возможно, только у меня так, но у вас прям поднимается самооценка. Несмотря на то, что я была всего один раз на тренировке. То есть ты как-то чувствуешь себя лучше, чем ты есть на самом деле. Там еще занималась девушка с такой же подтянутой фигурой. Очень общительная, очень культурная, классная девушка. Мне она очень понравилась. Я забыла у нее спросить, по каким дням неделям она ходит и во сколько. Она поддерживала, что-то подсказывала. Круто, мне понравилось. Хотя это зал смешанный, то есть там и мужчина, и женщина. Эти роллы какие-то невкусные. В общем, когда я вышла с тренировки, у меня кружилась голова, меня тошнило. То есть самочувствие было не очень, мягко говоря, не очень. Мы в основном делали нагрузку на руки. Я хочу накачать руки. Не то, что накачать, я хочу подтянутые руки. Хочу, чтобы я могла легко подтянуться, например, раз 10. Понятное дело, мускулы я какие-то не хочу, но подтянутые руки очень даже хочу. Вот.
В общем, будем тренироваться. Я решила, что я пойду до конца. Единственный момент – это питание. Он мне кинул диету. Мой тренер. Но если следовать чисто этой диете, то как я буду для вас снимать мукбанки? Поэтому я решила, что я диету буду придерживаться на 50%. Это как? То есть я утром встала, например, сняла один мукбанк. Дальше уже обед, ужин. Я буду придерживаться этой диеты. Он мне еще такие объемы написал. Я боюсь, если я буду ходить в спортзал, то я похудею. У меня цели похудеть абсолютно нету. Наоборот. Может даже немножко набрать, но набрать там, где нам хочется, да, то есть ты можешь весить 60, и у тебя быть подтянутое, обалденное тело, и ты можешь весить 55, но тело будет рыхлое. Поэтому килограммы тут не столь важны, сколько качество тела непосредственно. Вот, поэтому похудеть я не хочу нигде. Меня все устраивает, просто я хочу подтянутое тело. Поэтому мне надо хорошо питаться, чтобы не сбросить. Ну вообще, любые упражнения со стороны кажутся проще, чем они есть на самом деле. Возможно, у меня слабая физическая подготовка. Но я даже какие-то элементарные упражнения не могу. Мне сразу хочется остановиться, попить воды, полежать и так далее. Поэтому хорошо, что я взяла тренировки с тренером индивидуально. Вам тоже советую. Тренер вас заставит просто. Самый, знаете, неприятный момент, когда меня тренер спросил, а работаю ли я? Я сказала, да, я работаю. И он спросил, где? И тут у меня, знаете, так, эррор, ошибка, резко я такая замолчала. И вот, честно, мне всегда так неудобно отвечать на вопрос, кем я работаю. Потому что многим мне не хочется говорить, что я мукбанки снимаю, например, да, и что я видеоблогер. Я обычно никогда не говорю об этом. Только очень близким. Ну, хотя близкие знают. Многие в комментариях просят снять влог. Когда он у меня в руках увидит влоговую камеру, именно влоговую блогерскую камеру от Canon, мне кажется, он поймет, что я блогер. Вот, и он меня спросил, а кем я работаю. Я такая, минутка молчания. Потом резко мне в голову пришла идея, такая, я монтажер, я монтирую видео. И он такой, очень интересно. Я тоже по профессии, говорит, режиссер или что такое. Я такая, стоп, давайте не будем вдаваться в подробности, пусть это будет небольшим секретом. Или, например, моя подруга берет меня в какую-то компанию свою, да, и там я никого не знаю. Я стараюсь избегать вопросов, чем я занимаюсь. Не то, что мне стыдно.
за то, что я снимаю мукбанги, ничего подобного, мне не стыдно абсолютно. Наоборот, даже вот эти вообще невкусные, ребят, вообще ни о чем. Отложим их в сторону. Вот эти вот гораздо лучше. Помидор, огурчик. Что за роллы с помидорами и огурчиками? Очень странные роллы. Вкуснотища. Просто вкуснотища. И сегодня мы должны еще с подругой встретиться. Возможно, я вам сниму влог. Точнее, я его начала снимать. Возможно, потом удалю. Или выложу. Наверное, все-таки выложу. Это давно у нас не было влогов. В общем, сегодня у нас с подругой были грандиозные планы, что мы собираемся делать. Какой-то веки активный отдых, она уже настроилась. Но я просто не думала, что я после спортзала на следующий день себя буду чувствовать настолько плохо. Я даже не знаю, что сказать подруге. Я ей предложила встретиться, немножко погулять, посидеть где-то. Но вот этот наш активный отдых отменить, потому что я просто не в состоянии. Несмотря на то, что мне реально очень сложно сейчас, я все равно не буду сдаваться, буду идти до конца, добиваться своих целей. Так, давайте напоследок попробуем один вот этот вот. Мне почему-то кажется, что он невкусный. Ну так. Роллы, если честно, мне не очень понравились, скажу вам сразу. Но есть можно, в принципе, ну так, на любителя. Поэтому я в основном заказываю из одних и тех же доставок и вам рекомендую эти доставки. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. У меня сегодня очень насыщенный день. Мы должны еще встретиться с подругой, я снимаю влог, хочу немножко порисовать. В общем, бегу быстро монтировать для вас видео. Всех люблю, с вами была Айка.